С первого дня открытия клиники запись на диагностику, консультацию врача-офтальмолога и подбор очков заполнена на несколько дней вперед, а телефон звонит не смолкая. За год здесь приняли более 1000 пациентов. Анапчанин Анатолий Корунин обратился в клинику в сентябре. Ему поставили диагноз катаракта и назначили день операции. Операция была проделана на высоком уровне зрения, практически возвратили единицы. Поэтому при необходимости я обращаюсь только сюда. Здесь опытные профессионалы, доброжелательные, главное. Никаких очередей. Поэтому за свое зрение спокойно, я всегда обращаюсь только сюда. Регулярная диагностика зрения очень важна. За один год анапчане и гости курорта успели это понять. Виктория Долгова, врач-офтальмолог анапского подразделения 3Z, работает с первого дня. Наша главная задача – объяснить людям, своим пациентам, важность ежегодного обследования для профилактики заболевания глаз. Современная комплексная диагностика – это определение остроты зрения, рефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, компьютерная периметрия, исследование глазного дна помогает опытному врачу-офтальмологу заметить изменения на самых ранних стадиях, предупредить или же сразу взять под контроль развитие заболевания, назначить лечение и определить необходимость оперативного лечения. Обследование показало, что необходимо оперативное вмешательство – не беда. В Краснодарскую клинику 3Z и обратно вас отвезет бесплатный микроавтобус с медицинской сестрой. 25 октября клиника 3Z в Анапе проводит очередное бесплатное занятие для всех желающих в школе катаракты. В этот день вы узнаете все о катаракте и методах ее лечения от ведущих хирургов Краснодарской клиники. Мероприятие пройдет по адресу улица Пушкина, 16, актовый зал санатория «Дилуч». Начало в 11:00.